Здравствуйте, меня зовут Малышов Дмитрий Викторович, строительная компания ДМС. Наша компания занимается фасадными работами, я являюсь руководителем данного направления. Наша компания занимается строительством загородных домов из камня, блоков и каркасного домостроения. Потребность обращения компании Брикмейкер возникла в том, что у нас не было клиентов, а заявки нам практически ниоткуда не поступали. Ну, до обращения в компанию Брикмейкер, значит, мы использовали печатную продукцию, размещали в журналах города Кирова. Также мы использовали социальные сети и, как в частности, мы работали по знакомым людям по сарафану. Конверсия была очень маленькая, то есть результаты как такового мы не ощутили. Мы решили обратиться в компанию Брикмейкер, потому что у них хорошая репутация на рынке, то есть мы получили достаточно хорошие и приятные отзывы о них от своих друзей, они нам их посоветовали. Так как у нас очень было мало клиентов, то мы решили попробовать. Значит, в интернет-агентстве Брикмейкер мы заказали услугу по созданию сайта ДМС Фасад. После того, как мы получили наш сайт от компании Брикмейкер, нам стали поступать достаточно большое количество заявок. Сайт, который мы показывали нашим друзьям, партнерам по бизнесу, все развивались очень хорошо. Нареканий просто никаких не было. В дальнейшем я планирую работать с интернет-агентством Брикмейкер. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Обращайтесь в компанию Брикмейкер.